Честно. Я могу предложить тебе выбор из двух прекраснейших аниме, которые я... Одно из них я смотрел, второе не смотрел. Это вот то, Но... что ты говорил, великий там режиссер Йоджи Ямамото. Или какой, Да. блядь? А. Миката... Миката Миката, да. Йосипота, да, вот этот, я забыл, конечно. Йосип Миката. Йосип Миката, да. У меня есть для тебя выбор, Ага. но чат, хочешь, чтобы я смотрел то, что я показал первым? Ну, вот это. Тише отца, окей. Я его еще и подкрутил, наверное, очень сильно. Просто, чтобы ты посмотрел два трейлера, и вы выбрали одну из них. Они идеально хороши, как для первоначального, так сказать, посвящения в аниме. Но, конечно, не с них бы начинать, чтобы понять всю суть аниме. Но неважно, но не суть. Но я тебе скажу, что там очень интересные истории. Сань? Так, блядь, ты меня уже заинтриговал. А ну давай. Камеру. Что по вариантам? Что у тебя есть по Так, подожди. вариантам? Старт. Говори, И Сань. я тебе в ТГ, да, кидаю? Да. Блять. Брат. Ага. Скручу тебя. А ну скажи пару слов. Блядь, мне написал, короче, Даня, что я умру после просмотра аниме. Реально? Пиздешь, блядь, так ты, Даня, не пизд... Даня, не ври, будь добр. Пиздобол, да? Конечно, бро, я... Мне татухи на аниме. Ты видел мои татухи? Нет. Показывай. Я могу даже тебе вебку в Дискорде включить, бро. Видишь? Блядь, не... Так, подожди. Вебку в Дискорде вижу, да. И Прикинь. расширь на экран себя. Сейчас, поставь сцену, весь экран. Сейчас, бро, сейчас В я этом. поставлю, я добавлю тебя. Смотри, брат, вот мои татухи. Смотри. Ну, это у меня болячки тут, вот. Видишь? Так это болячка или татуха, Не, блядь? это татухи. Вот, видишь? Вауки! Вауки, да, вауков. Ну, это зимняя хуйня, вауки вылазят на зиму, понял? Типа, я ничего с этим сделать не А. могу. Так, расширю экран. Блядь, взял тебя с друзей и удалил, ты понял? Пиздец. Случайно в Ебать. Дискорде. Короче. Я видел гондонские поступки, но настолько, блядь. Короче, смотри, у нас есть два трейлера. Я хочу Сане дать выбор, чтобы Саня сам выбрал. И потом, когда он говорил, что это хуйня, я ему скажу, ты сам это выбрал. Ну, не суть. Ну, не так, не такая Ага. мысль была бы у меня, да? Типа, я так бы никогда не поступил. Смотри. У нас есть два аниме. Ученик чудовища и твое имя. Они два очень классные, суперовые, классные. Я покажу тебе сначала трейлер. Один и тот же режиссер, Два да? разных режиссера. Два разных А. режиссера. Подожди. Унесенные призраками. Кто режиссер? Химао Миязаки. Миязаки. Козяки. Мизулин. Давай его. Что он снял? Что он снял? Из твоего, что ты. Вот, унесенные призраками. Вот! Вот это Да, Хаяо разъебалово. Вот это я Миядзаки. видел. Так, Миядзаки. Да. Дальше. Вот он Братан, ты снял вот это лучший. второе, Передай что ты мне привет говорил. деду от меня. Не, Не, брат, смотри. Хаяо Миядзаки снял такие, как рыбка Поньо на утесе, унесенные призраками. Давайте кто, блядь? еще. Рыбка Поньо. Прикольные тоже, про рыбку Рыбка Поньо. Поньо. Ага. Да, унесенные Не, ну призраками. логично. Про рыбку Поньо. Я, блядь, Ведьмина сразу думал. служба Сука, доставки. ну про рыбку Поньо или нет фильм? А оказывается, думаю, название. Так, Почему а Хаяо название Рыбка Миядзаки так Поньо? мало работ снял, а Ходячий замок. Мой сосед Вот, Тоторо. Ходячий замок он снял. Мой сосед Тоторо. Да, прикольное У меня, тоже, кстати, наверное. тоже. У меня тоже Сейчас. сосед Тоторо. Серьезно зовут Тоторо? Угу. Еще я его называю Хуесосоро. Потому что он берет, короче, ну скажи мне, перфоратору и ебашит А, и стенору. пиздячий, да, в Каждое стену тебе. утро. Ну, нормально, тоже Каждое классно. утро, братан. Стабильноро. Надо к нему прийти в гости. Смотри, сейчас. Твое имя. Твое имя есть. Режиссер твоего имени. Микато Синкай. Микато Синкай это один из самых таких жестких тоже типов, понял? Микато Синкай, брат. Понял? Так, подожди, а ты мне сказал два на выбор. Два на выбор, Первый, да. твое имя, да? Да. Твое А ну, имя. давай мне трейлер твое имя. Можем посмотреть? Конечно, ты лицезреешь, Сань. Ты смотришь.
Ты готов? О, мне Даня говорит, что у меня вырастут зубы после аниме. Прикинь? Бля, Вася, у тебя еще и волосы вырастут. Я тебе, бля, буду. Рил? Охуеешь, это сразу начнут расти. Да, булочка. Да. Правда? Так, Алина сказала твое имя, смотрим. Все. Она смотрела? Да. Серьезно? Ты с ней смотрел? Нет, ты не смотрел этого? Нет, я не смотрел. Не-не-не. Я включаю трейлер твоего имени. Ты честно говоришь? Все, братан, не надо трейлер, все, сказала смотреть, давай. Нет, ты хочешь, ну, чтобы не каблук, нахуй, ты хочешь, ебаный, чтобы мы смотрели, да, да, твое, да, имя? Да, да, да. Ты сентиментальный? Брат, ну, есть такое вроде. Брат, ну... Ну как, на Хатико я плакал как сука. А вот Карате пацан, тебе понравился фильм, ты смотрел, да, на стриме? Разъебалово, брат. А вот второе, которое я предлагаю, наподобие тоже. Мы можем посмотреть и тот трейлер. Или мы начинаем сразу твое имя? Нет, твое имя. Все. Все. Как женщина, брат, сказала... это у нас не последний стрим, у нас не последний стрим аниме. Я, брат, думаю, мы еще что-то посмотрим. Я просто переживаю, чтоб ты... Не, ну я уверен на все сто, после этого аниме ты не скажешь, ну и хуйня. Ну, тем более, ты сам выбрал. Давай так. Давай так. Вторую вот эту хуйню мы смотрим у меня на канале. Давай. Нехуй делать, брат. Нехуй делать. Все. Изи. Вообще. Мы с тобой вдвоем второй фильм смотрим. Без у меня. Проблем. Договор. Без проблем. Вообще. Договор, блядь. Ну что, твое имя? Твое имя. Каблук. Иди нахуй, слышишь? Я твердый мужчина, блядь. Каблук. Я легко могу сказать ей. Булочка, будешь чаек? Так, Антон, спасибо чаёк за донат. Будешь? Я выключу донаты. Сори, пацаны, мы будем смотреть. Всем кул. Слышали, Артур, нахуй? И Александр, общаются. Посмотрите, пожалуйста, женщина, фильм «Последний стрим». Просто охуенный фильм. Сука, по-другому не сказать. Спасибо, Антон. Брат, отзеркаль меня, пожалуйста. А чтобы я типа к тебе был повернут, понял? Лол, а где лучше, на каком сайте лучше посмотреть? Squad.